У неделю свое профессийное свято отзначить работники лесу. На Витебщине в лесной галине працуют свыше 6,5 тысяч человек, которые занимаются лесоузнаулением, аховой и обороной лесу, а так само поглубленной перепрацовкой драунины. Высокие профессийные заслуги работников лясгасов отзначили на урочистом сходе, який напередодні ладился у Витебску. Выказали слова подяки и вручили гоноровые грамоты Министерства лесной господарки, областного выконавчого комитета, областного совета депутатов. Про людей, чье призвание помножать природные богатства нашей страны, у материале Инны Кириенковой. Работники лесу завсёды на передовой. И у лютый мороз, и у непогодь, и у аномальную спеку. Нередко им доводится ликвидовать наступствы стихии, расчищать пошкодженные массивы после урагану, а у летнюю горячиню ратовать лес от пожаров, организовываючи круглосуточный мониторинг и дежурство специальной техники. Переодолевать тяжкости и сопростоять природным катаклизмам дозволяя любовь до своей профессии, якую гэтые люди лечат своим призванием. Когда это ты чувствуешь результат того, что ты достиг чего-то, то есть вырастил определенное какое-то насаждение, создал какие-то интересные лесные культуры, и видишь это, как это все происходит, ну, это того стоит. У складе Витебского державного вытворчего лесогосподарчего объединения 19 лесгасов, которые, кроме аховы и обороны лесу, активно занимаются его узнавлением. Весной при поддержке жихаров региона лесоводы высадили больше за 3 миллиона древ. 3600 гектар мы заложили новых лесов весной этого года. Параллельно с этим мы производили еще ремонт, дополнение тех насаждений, которые мы закладывали раньше, на протяжении трех последних лет, и 4800 гектар произвели дополнение лесных культур ранних возрастов. Работники лесу постоянно клопотятся про омоладжение лесных культур, каб забеспечивать запас здоровых древов. Лесонарыхтовка – неотъемная частка господарчей деятельности лесгасов. Сегодня на узброении у лесоводов сучасные погрузочно-транспортные машины, что позволяет нарыхтовывать драунину из тяжкодоступных делянок. До речи, каля 30% нарыхтованной драунины поставляется предприемством жилево-коммунальной господарки для отепляльных потреб. А с уликом переводу котельня на мясовые виды палива потребы у ее постоянно растут. Только потребность в дровяной древесине порядка 100 тысяч только для отопления города Полоцка и Новополоцка. Только, вот представьте, если мы 200, 220 тысяч заготавливаем, почти половина только на отопление пойдет города Полоцк и Новополоцк. С нагоды профессийного свята Дня работников лесу лепших представников галины узнагородили гоноровыми грамотами Министерства лесной господарки, Витебского облвыканкама и областного совета депутатов. У их адрес звучали щирые теплые слова подяки за их упартую и самоотданную працу. Профессионализм и заслуги лесоводов Витебщины высоко оценил и керовник в области Николай Шарснев. Выручка 170% за 7 месяцев. Могли ли вы когда-либо мечтать о таком? Почти в два раза увеличить выручку. 120% экспорта. То есть сложилась изумительная конъюнктура для того, чтобы вы смогли заработать деньги, смогли правильно распорядиться выручкой, обновить сегодня материально-техническую базу. То есть сегодня в этой отрасли, с которой можно брать пример и поистине гордиться. Официальная частка урочистостей завершилась святочным концертом. Своим выступлением работников лесной галины порадовали самодейные и творчие коллективы города и в области. Инна Кириенкова, Сергей Котов, Сергей Махов. Новини Витебска.